В эти минуты в Ленинском районе Саратова ликвидируют большую коммунальную аварию. На время ремонтных работ воду отключили в десятках домов Ленинского и Кировского районов. Также отсутствует водоснабжение в так называемом микрорайоне «Молочка». Ремонт идет рядом со зданием БТИ на проспекте 50-летия Октября. Здесь минувшей ночью была обнаружена течь. Сотрудники водоканала говорят, что эта авария с особой спецификой. Порыв произошел на трубах из полимерных материалов. По неизвестной причине распалось соединение магистральной и локальной труб. Поэтому рабочим пришлось вызывать подрядчиков, которые имеют дело с такими трубами. Сами сварочные работы – это процесс достаточно короткий, занимает всего 40 минут. Поэтому как только из водопровода уйдет вода, которая мешает нашим работам, мы сможем достаточно быстро устранить здесь повреждения, восстановить врезку и восстановить водоснабжение потребителей. Планируем завершить работы и уже подать воду потребителям к 23 часам.